Свято-Успенская Святогорская Лавра представляет православный календарь. В понедельник 2 июля Святой Православной Церковью воспоминается святитель Иов, патриарх московский и всея Руси. Он ежедневно совершал божественную литургию, читал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол, отличался особым благочестием и святостью жития. Во дни его не обретется человек подобен ему ни образом, ни нравом, ни гласом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом, отмечает его жизнеописатель. Также в этот день весь православный мир празднует память одного из великих святых церкви русской, угодника Божия, святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, преславного чудотворца и великого молитвенника. Будущий святитель родился в селе Адамовка, недалеко от Святых Гор, в знаменитом дворянском роду Максимовичей. Сейчас на месте бывшего родового имения святого, Святогорской лаврой, строится скит в его честь. Ежегодно сотни паломников съезжаются на престольный праздник возводящейся обители, дабы молитвенно почтить память одного из небесных покровителей Святогорья, святителя и чудотворца Иоанна Шанхайского. 1 июля, накануне Дня памяти святителя Иоанна, совершается крестный ход от храма села Никольское в скит села Адамовка. В пятницу 6 июля совершается одно из трех годовых празднований в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Оно установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году. В Свято-Успенской Святогорской Лавре этот день почитается как один из престольных праздников. В селе Никольское силами Святогорской обители в здании бывшей сельской школы устроен храм в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 6 июля, как и в остальные дни чествования этого образа Божией Матери, в Свято-Владимирском храме всегда совершаются торжественные богослужения, посвященные престольному празднику. Еще за 700 лет до самого евангельского события о нем было предвозвещено пророком Исаией, глас вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу». Так ветхозаветный пророк предсказал рождение в мир пророка новозаветного, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Сам Господь прославил своего предтечу, сказав о нем, что из рожденной женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Для Свято-Успенской Святогорской Лавры суббота 7 июля – день престольного праздника. Один из древних пещерных храмов обители освящен в честь Рождества Иоанна Предтечи. Также 7 июля исполняется 10 лет со дня обретения мощей преподобного Иоанникия Святогорского, одного из духовников обители. Преподобный Иоанникий Аверкиев, ученик духовников преподобных иеромонаха Феодосия и его преемника иеромонаха Киприана, келейник преподобного Иоанна Затворника, стал духовником Святогорской пустыни в 1864 году. В воскресенье 8 июля в Святых Горах молитвенно празднуют День памяти преподобного Киприана, духовника Свято-Успенской Святогорской пустыни. Его современник Андрей Федорович Ковалевский так писал о нем: «Старец-духовник и иеромонах Киприан отличался при опытности своей духовной редкой добротой. Он был именно земной ангел, а не человек в этом отношении. Никакая злоба или обида не могли возмутить его. Все терпел и сносил он любвеобильно, и в таком же духе крутости и миролюбия руководил он исповедовавшуюся у него святогорскую братию, от настоятеля до последнего послушника». Также 8 июля Святая Церковь празднует День памяти преподобных Петра и Февронии Муромских, издавна почитавшихся на Святой Руси покровителями семейного очага, любви и верности. Следите за новостями Свято-Успенской Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях.